Сколько припас. Вот и замечательно. Да. Раз я теперь Хрюша, я сейчас пойду и съем все твои желуди. Вот. Что ты? Что ты, Степашка? Ну какой же ты Хрюша? Ну ты же самый что ни на есть настоящий Степашка. Да. И вообще, слушай, что это такое за зеркальце? А? Да. Как получается? Добрый вечер. Что у вас тут происходит? Ой, вместо Степашки отражаюсь я. Здравствуйте, тетя Таня. Тетя Таня. Знаете, у нас тут такие чудеса. Да, вот такие. Это зеркальце. Объясните, пожалуйста, что это такое за зеркальце? Так это я его принесла. Да? Да. Ну, конечно, ведь вы знаете, что у нас в этой студии очень часто происходят чудеса. Да, бывает, да. Ну, вот, вероятно, это зеркало, попав сюда, стало волшебным. А зачем вы его сюда принесли? А я хотела напомнить вам вчерашнюю сказку. Думала, что вы ребятам тоже напомните о ней. Ой, правда, ведь там было волшебное зеркальце. Да. Его же купец купил для своей дочери средней. Ну, правильно, Хрюша, молодец. Да. А что еще вы помните? А для старшей дочери он купил золотой венец. А потом поехал по морю дальше, чтобы для Настеньки, младшей дочери, найти аленький цветок. Правильно, Чепашка, молодец. Вот видите, как вы все хорошо помните. Да, мы помним. Ну, да. А хотите знать, что же было дальше? Конечно, хотите. Еще бы. Ну, давайте посмотрим. Давайте. Где-то я очутился. Где дружина моя? Где корабль? Э-э-э-э-э-э!
царство такое? Разведаю. Али нет никого? Али нет никого? За хлеб, за соль спасибо. А все-таки чудно. Чекаленькой. Что ты сделал? Как посмел ты
сорвать мой любимый заветный цветок, утеху всей жизни моей. Умереть тебе за той смертью безвременной. Смерти я не боюсь. Зачем сорвал цветок? Меньшая дочь, Настенька просила. Дочка, Настенька. Ну, хорошо. Отпущу тебя домой невредимого. Подарю и цветочек аленькой. Только дайте мне слово верное, что приедет сюда одна из дочерей твоих. Что? Не бывать тому. Обиды ей никакой не сделаю. Будет жить в чести и приволье. Нет! Не знаешь ты сердца отцовского. Ступай. Поклонись родимой земле. Повидай дочерей. Ну, а коль не приедет никто, на утренней заре одень на мизинец кольцо. Сам воротишься. Хрюша, а ты разве не видел? Я, знаете, тетя, я пол мультфильма под столом просидел. Ты что же, Хрюша, чудище, что ли, испугался? Да, я вот испугался его. И напрасно. Хотя оно и не очень красивое, но оно очень доброе, да, тетя Таня? Не бойся, Хрюша, все в этой сказке закончится очень хорошо. Да. Но... Как говорится, скоро сказка сказывается, да. Но не скоро дело делается. Не скоро. Поэтому продолжение мультфильма мы будем смотреть завтра. А сейчас давайте пожелаем ребятам спокойной ночи. Да, давай. Спокойной ночи, девочки и мальчики. Спокойной ночи, ребята. Спокойной ночи, друзья.